Давай. Несмотря на страшный пожар 2017 года, который уничтожил на арсеналах Балаклеи практически все ракетное вооружение, хранившееся под открытым небом, боеприпасы, находившиеся в капонирах под землей, уцелели. Вот здесь сейчас находятся десятки тонн боеприпасов, снаряды к танкам, снаряды к гаубицам, снаряды к гранатометам. Все это теперь будет в распоряжении российской армии, которая ведет здесь специальную военную операцию. Я там не проверял ничего. А мы ничего не открываем. Почему? Потому что не порядок. Свет.